Эту встречу уже давно анонсировали местные СМИ. Химик из Южного, бронзовый призер чемпионата Украины по баскетболу, приехал в Измаил для товарищеской встречи с нашей командой. Организовали мероприятие красиво, торжественно, с танцами групп поддержки и приветственными словами организаторов. И началась игра. То, что измаильская команда проиграет, стало понятно практически сразу. Наша команда отчаянно сопротивлялась, но силы были абсолютно неравными. Это и понятно. Студенты и ГГУ, игроки команды, в первую очередь студенты, а потом уже спортсмены. То ли дело химик. Команда давно сыгралась. Об их победах знает вся страна. Спокойные, уверенные в себе двухметровые ребята. Да и база для химиков в Южном гораздо лучше нашей. Два дворца спорта в городе, двое уступающего Измаилу по населению. Так что парадность встречи, танцы хореографических коллективов и групп поддержки, полный зал болельщиков – все оказалось напрасным. Измаильские баскетболисты проиграли с разгромным счетом 38-67. Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».